This an andere trein. Loco locomotief. This an andere trein. Loco locomotief. This an Всем привет, дорогие друзья! Просвет ТВ находится на открытии обновленного ночного клуба «Брутал Лофт» в Симферополе. И сегодня здесь все – студенты, красотки, спортсмены, отличники и, конечно же, легендарный участник USB Дюша Метелкин. Как тебе атмосфера там? Классно, мне очень нравится обновленный интерьер, прям вот суперский. А до этого ты уже приходила сюда? Да, я была здесь в прошлом году, но он был буквально такой лофт-лофт прям, то есть, а сейчас атмосфера прям кайфовая. Чего вы ожидаете от сегодняшнего мероприятия? Ну, пока все только начинается, я думаю, будет какой-нибудь конкретный движ. Сегодня диджей Дюша приезжает. Как вы думаете, зажжет он? Он зажжет. Я была на нескольких его мероприятиях, если так можно сказать. Он, в принципе, очень классный диджей. Что вам здесь нравится? Атмосфера, персонал отличный. А вам? Кальян самый лучший. Ага. Мне понравилось то, что в клубе, в принципе, присутствует разный контингент. Можно покурить кальян и, в принципе, сесть за столик. Есть выбор. Каждый, что хочет, то и выбирает. Скажите, пожалуйста, как вам сегодняшняя атмосфера? Это просто чудо, ну на самом деле восторг, восхищение, и на самом деле оно видно, что душу вложили, очень приятно, очень позитивно, атмосфера просто суперская, я как бы рекомендовала бы всем, всей молодежи, ребят, приходите сюда, здесь здорово. На самом деле прекрасная, давно не тусила, потому что работаю, но мне очень сегодня нравится. А как вам сегодня наш диджей? Диджей Дюша Метелкин. Да. Прекрасный диджей на самом деле. Я счастлива, что его увидела. Вот, у меня есть прекрасное видео, где я танцую на его фоне. Скажите, пожалуйста, как вам сегодняшнее мероприятие? А диджей Дюша зажигает? Да, но джема нормально так зажег вначале. Классно, приходите.